Всем здрасте! Играем мы дальше в нашу замечательную игру под названием Яндера Симулятор. И мы сейчас начнем наш замечательный прогресс в этой игре. И Enter. Так, мы направляемся в школу. Так, загрузочка. И у нас день начинается с того, что все ученики направляются в школу. И злая-призлая учительница, ну, наверное, физкультурой занимается, или учитель физкультуры, следит за порядком. Так, наш ненаглядный, скажем так, Кирито Сэмпай, как всегда, первый в школе. Берем наша уникальная зубочистка и направляемся, так сказать, устранять конкурентов. Конкурентов устранять. В идеале надо их устранять тихо, незаметно, чтоб никто нас не спалил. А начнем мы веселье с бухта-барахты. Так, и будем бежать. Блять. Быстро нас зацепили. Да, прикончили на раз-два. Так, дубль второй. Возьмем мы что-то такое более скромненькое. Чтоб не бросаться в глаза. И устроим небольшую засаду. На, бля. Жаль, что не поднимается на шкаф. Оттуда в голову кому-то впрыгнуть. Вцепиться. И задушить, прикончить, зарезать. Так, вот там наш сэмпай направляется сюда. А, кстати. Обычно на крыше там уже находятся некоторые ученики, которых можно прикончить. При этом, если хорошо постараться, абсолютно никто не спалит. Да. Окей. Подходим. И удачно убиваем. Так. Надо куда-то тело спрятать. Интересно только куда. А можно прямо в коридор этот. Не уверен, но, по-моему, не заметят. Так, да, блядь. Сука, управление. А, ёбин в рот. И пока что здесь оставим. Сейчас мы аккуратненько все эти следы уберем. Окей. Ага. Надо бы воды набрать. Так. Водички набираем. Преподносим. А, бля. Да, определись ты. Так, и моем. Чтоб пол у нас идеально чистый. Так.
Опять? Блядь, ну. Так, промыли. Угу. Здесь еще следы наши остались. Какая нахер там сука заметила меня? Блядь. Ёбаный карась. Какого хуя она залезла сюда? Чем тебя убить? Интересный момент. Здесь задание началось. Она приглядывается якобы. Чё на меня подозрение-то? Я просто себе убираю здесь краски. Сидела, красила. Чуть-чуть испачкала. И сейчас. Сижу, убираю. А, в целом ничего такого. Убираем, убираем. Так, надо бы сменить оружие это. Чё, все время с шваброй бегать? Что за херня? А, гипшит. Потерялся. Что-то все имеют подозрение на меня. А, они полицию уже вызвали. Блять, уроды. Умри, стерва. Так, тут козел меня заметит, если я кого-то прикончу. А, у нас 2 минуты с половиной осталось. И, к сожалению, ментура нас... Последнее. Все. Все удачно сдохли. О, там еще трепескается. Трепискается, блядь. Сдохни. А. Сейчас сюда тебя в центр. Второго. Третьего. Так. И последний. Не. Предпоследний. Да, ты отвалил. Все. Чё? Я думал, какая-то пасхалка будет.
О! Нет этого сэмпая здесь. Так. Блять, откуда он взялся, ёпта. Сука, блядь. Так, хуй с ним, блядь, с этим сэмпаем. И по новой. Все так нормально, все было. Чё за нах? Да. Все-таки на первый урок надо так сходить. Тогда сходим на первый урок. Вот. Такое более-менее подозрительное. И сходим на урок. Так, вот наш класс. И еще не все уродки пришли в школу. Да ты, бля. В чем мне? Сидеть да ждать? Ну какой прикол. Так, что здесь есть? Чё за нах? Так, ну мы взяли мусорку. Ага, в мусорке, наверное, можно, скажем так. Оружие скрытно перевести, переводить, как правильно, перевести, как маскировка. Чуть не могу все въехать, как бросить. О! Так, что нам изучить? Да, давайте. Станем сильнее. Так, все. Ну, так, с помойкой еще не ношусь. Так, нам какое-то оружие нужно. А то не убивать нам там мусоркой. Возьмем отвёрочку. И на крышу. Там на крыше должна собраться... Не собраться, а прийти. Блять. Там одна будет подглядывать, и две будут шепчиться. Да и что-то там обсуждать. Ага, вот они подходят. Бля, херово. Так, что они там хавают? Еще кого-то есть? Каких всех так хорошо прикончить, чтобы желательно они не увидели. Талк, ну, понятно. Талк, а чё вы, блядь, убивать нельзя, что ли?
какое-то задание. Так, свободно прошли. Так. Что за хуйня? Да ёпт. Бред. Реальный бред, нихуя непонятно. Оружие мы тоже потеряли где-то. О! Как удачно. Причем даже ножницы здесь находятся. Ага, урок начался. Так предполагаю. Так ты, блядь. Раз. Так, ну не знаю, как первое видео получилось. В принципе, я буду изучать, смотреть все пасхалки, все возможные пути сюжета, истории, ну и всего прочего. В принципе, все на сегодня. Да, я хотел предупредить, что игра как бы не закончена, это демка, практически каждый месяц выходит по обновлении и все в таком духе. Ну, в любом случае, будем снимать и играть. Все, давайте, пока-пока.